Итак, продолжаем наши занятия. Вот. Сегодня мы будем делать компиляцию самой локации. Так, давайте для начала мы изменим имена нашей локации в самих компиляторах. Нажимаем правой кнопкой «Изменить». Вот, и здесь в самом крайнем мы вносим имя нашей локации. Давайте все сразу сюда добавим, чтобы просмотреть, правильно ли все названы. Верфинг, трава, сетка, драфт и сама локация. Ну, в принципе, все у нас хорошо. Так, когда у нас все готово, запускаем компиляцию. Сама компиляция локации. Самый основной параметр, который нужно обращать во время компиляции, вот, это вот этот вот параметр, который показывает, сколько на локации неправильно созданных моделей. Вот вы видите строчка New Phase Standard Optimizations 0 Vertex Removed. Вот. Чем больше неправильных созданных моделей, вот здесь у вас высится, сколько самих моделей у вас с камней Вертекса было удалено с локации. Это вот этот вот параметр отвечает. Здесь неправильно сделанные модели, либо сама локация. А здесь он показывает, сколько он удаляет. Вот. Вот этот error subdivisions идет. Помните такой модификатор в 3ds Max, когда идет добавление расположения ребер. Также здесь оно получается перерабатывает наши модели, переделывает, у кого неправильно сделано деление наших моделей на ребра, полигоны, вертексы и так далее. Также он исправляет эти ошибки. Вот. После этого можно будет открыть лог самой локации. Вот. И также можно там увидеть какие-то определенные логи. Локация у нас была изначально по умолчанию выставлена качество максимум. Вот поэтому как бы сейчас идет небольшое временное затруднение компиляции по времени. Но у нас нет ни одной лампочки, только простое освещение. Но я думаю, что это займет немного времени, порядка 10-15 минут на максимальном качестве. Это мы сделали для того, чтобы сейчас протестировать, правильно ли наложены шейдеры, вот, и так далее. Итак, компиляция у нас прошла успешно. Заняла она почти 30 минут. Нажимаем ОК. Следующим этапом нам нужно собрать сетку самой локации. Ну, эти этапы будут уже проходить побыстрее, так как там идет просчет травы, в основном не травы, а само террейна просчет шел. Так как террейн у нас большой, поэтому заняло очень много времени на просчет освещения террейна нашего. После сетки мы запускаем верфинг. Просчет ошибок. Вот. И последний у нас идет спаун. Но сейчас у нас должен быть вылет. Почему вылет? Потому что мы с вами изначально, вот, посмотрите внимательно, Target Size. Многие выдают такая ошибка, пишут мне каждый раз, что это за ошибка такая интересная. Вот. Так, мы этот вылет получили. Давайте мы с вами его исправим. Открываем Game Data, Config, Game Levels. Вот. И давайте внесем наши изменения. Вот. Последняя локация у нас идет Level 184. Вот. Давайте ставим новый номер 185. И в самом низу пропишем новую локацию 185.5. Итак, локация здесь у нас зарегистрированная.
Закрываем. И второй файл, файл GameMapSingle. Запускаем его. И здесь мы также должны писать нашу локацию. И поставить, соответственно, ему погоду. Возьмем за основу Припять локацию. Вот. И напишем его здесь поле. Потом в дальнейшем будете изменять по вашему желанию. Вот. И погоду по умолчанию ставить дефлаут, музыку. И расположение на глобальной карте, координаты расположения на глобальной карте. Это впоследствии потом мы будем изменять, либо вы будете изменять. Вот так мы сделали изменения, как бы зарегистрировали нашу локацию. Давайте попробуем собрать опять наш спаун. Как видим, спаун прошел успешно. Вот. Итак, будем считать, что компиляцию мы с вами локацию сделали. Теперь нам нужно это все дело добавить в сам саму игровой уровень. Для этого нам понадобится папки игровой локации, игровой папки игры создать. Нужно новую папку назвать ее Game Data. Вот, и давайте мы сюда внесем то, что мы с вами изменяли. Первое — это папку Levels. Вот. В которой должна находиться наша локация поля. Вот. Давайте обратим на что здесь. А здесь мы удаляем вот эти все build. Они абсолютно нам не нужны, не принимать никакого участия. Вот. Следующая папка, которую мы сюда добавим, это должны добавить спаун. Также мы сюда внесем наш поле спаун. Объект, переименуем его в all. Буквы L. Так, готово. И помните, мы с вами создавали новые шейдеры. Обязательно нужно копировать сам шейдер, который мы с вами создавали для локации поля. Вот, следующее, что нам сюда добавить, нужно добавить нам сюда текстуру.